Дождь. Идет. Всем пик. Весна. Весна. Сотник прячет марияж. Сотник, вы разгаданы и никогда не ходите от третьей дамы. Но тоже вас учил, голубчик. Чего это ты, Нуня? Небось, танец вас не видал. Угадал. Степь приснилась. Так замутила на душе. Осточертела царева службе. Чего уставился? Враги ваши, австрийские, немецкие. Враги ваши не австрийские и немецкие солдаты, обманутые так же, как и мы, а собственный царь. Редко. Собственный промышленник и помещик. Баньку бы неплохо. В нашей землянке остается только котел поставить, воды хоть отбавлять. Мокро, хозяева, мокро. Благодарить Всевышнего, что сидим здесь у болота, как у Христа за пазухой. На чистом наступают, а мы едва по обойме за неделю расстреливаем. Лучше наступать, чем гнить здесь заживо. Пас, пас. Эй, рвемся в бой. Сотник, вы как там? Рветесь в бой? Я? 8 бубен, как видите, рвусь. Пас, пас. Для того держат на фронте казаков, чтобы уничтожать их в атаках. Для чего же любопытно узнать? Для чего? Когда на фронте начнутся волнения, а это неизбежно, война начинает солдатам надоедать, вот подавлять мятежников бросят казаков. Ересь, мелешь. Почему же ересь? Потому что ересь есть ересь. Увлекаешься, милейший. Откуда ты знаешь о будущих волнениях? А если предположить нечто обратное? Союзники разбивают немцев, война завершается блистательным концом. Тогда какую роль ты отводишь казачеству? Что-то не похоже на конец, тем более блистательный. Я ведь недавно из отпуска. Ну и как там в Петрограде? Гремит столица? Да, гремит. Отрадного мало. Не хватает хлеба в рабочих районах. Голод, недовольство, протест. Благополучно мы не вылезем из этой войны. Как вы думаете, господа? Как мы думаем? Мы думаем раз. Пас. Два. Здесь. Черт. Русско-японская война породила революцию 905 года. Эта война завершится новой революцией. Не только революцией, а гражданской войной. Внимание, господа! Харунжи Бунчук начинает вещать по социал-демократическому соннику. Петрушку валяешь. Ну-ну, у каждого свое призвание. Меня удивляет то обстоятельство, господа,
что в среде нашего офицерства есть такие вот субъекты. Ты что же, может быть, стоишь за наше поражение в этой войне? Я? Я за поражение. Ну, знаете ли, каких бы ты ни был политических убеждений, но желать поражения своей родине – это национальная измена. Минуту. Это бесчестие для каждого порядочного человека. Подожди, Колмаков, подожди. Ну, хорошо, допустим, поражение. Ну, а дальше? Царизм будет уничтожен. Можете быть уверены. Что тебе? От его сковороди полковник Ширяева пакет. Давай. Ступай. Экстренно приглашают полковнику. Сочувствуем. Всех, всех. Очередная диспозиция, рассуждение дислокации при возможной экзекуции. Да нет, имея основание думать, это приказ о наступлении. Но не и не совестно мне. А что, если зараз повернуть и назад? Что галдишь? Тут как в картежной игре. Не веришь себе, голову снимут. Но ты весь лиса прожелтел, Леной. Либо ты хворый, либо кокнут тебя ноли. Thank you.
Задыхаюсь! Не скачи! Ради Иисуса Христа! Сапог заняло край. Гришка, нынче как шли наступления. Слышишь, тот Григорий? Нынче как шли, я в тебя сзади до трех раз стрелял. А? Не привел Бог тебя убить. А ты меня смерть отвел. Спасибо. А за Аксинью не могу простить. Нет, душа не дозволяет. И ты меня не неволь, Григорий. А я тебя не неволь. Вот она. Ты чё, Мельхов? Григорий Пантелей. Насыпали нам. Дураков учить надо. Учить. Сука, народ. Хуже. Если кровь не зайдет, тогда только поймет. За что его по голове хвостует? Ты про что? Он и сам поймет. А дурак дураку стрелком не вобьешь. Да присяги помнишь? Ты присягал или нет? Иди ты! Гришка! Григорий Пантелеевич, живой или нет? Да ты скажи что-нибудь. Живой. А да. Развалился. Нет, зачем развалился? Стоит. Что ему сделается? А соседи-то наши, Мельхов, как живут? Живут помаленьку. Петров не приходил в отпуск? Вроде не приходил. А Григорий? Гришка ихний? Гришка. Приходил после Рождества. Баба его двойню этот год родила. Григорий Карлович приходил, поранили. Раненый был. Раненый в плечо. Его всего испятняли. Ну, как кобеля в драке. То ли крестов на нем боли, то ли рубцов. Какой же он, Гришка? Ну, такой же, горбоносый. Да черный. Ну, турка, турка, как полагается. Да я не про то. Постарел, а нет. А чума его знает, может, постарел трошки. Баб двойню родила. Значит, не дюжа постарел. Холодно здесь. Гнида. Гадкая, вонючая, какая ни на есть хуже. Давно ли в Череках по хутору бегала? Теперь не скажет, тут, здесь я. Вредные мне эти бабы. Я бы их стервей выпал из измены. Туда же холодно здесь я. И пошла. У вас грех кобыли, брат. Какой роковой предопределенностью шло к этому.
предвидел это еще в начале войны. Ну что ж, династия была обречена. Ну неужели все же отрекся? Ну, разумеется, такими вещами не шутят. Вот вы послушайте, что пишет Евгений. Да, папа, грозные, грозные события. Солдаты буквально все разложены. Ступай. Воевать не желают. Устали. Собственно, в этом году уже не стало солдат в общепринятом смысле этого слова. Вы там не можете себе представить, до какой степени разложения дошла наша армия. А впереди еще худшие испытания. Станичники! Волею народа, царствовавший до ныне император Николай II, низложен. Куда ему и дорога? Вся власть перешла Временному комитету Государственной Думы. Армия, и вы в том числе, должны спокойно перенести это... Прекрати! Известие. Дело казаков защищать свою родину так же доблестно от посягательств как со стороны внешнего, так и так и натиска внешнего врага. Мы вот в дни таких великих потрясений мы должны быть тверды, как сталь. Мы будем биться так же доблестно, как и раньше. А там пусть Государственная Дума решает судьбу страны, а в армии не должно быть политики. Не должно. Дай-ка я скажу. Станичники! Нельзя так-то! Нас опять же под конфуз подвели! Обман хочет и сделать! Раз превзошла революция и всему народу дадена свобода, значит, войну должны прикончить. Аккуратнее, гударь, а? Поправили! Что же все это выльется, как ты думаешь? Вот тебе раз. Неужели, живя здесь, мы не уяснили обстановки? Несомненно, будет правительственный переворот. У власти станет Корнилов, армия за него Горонько. У нас говорят так. Сейчас две равнозначных силы. Это Корнилов и большевики. Керенский между двумя жерновами. Не тот, так другой его сотрет. Пусть себе спит пока на постели царицы, благо она освободилась. Но армия, пойдет ли вся армия за Корнилова? Сама солдатня, конечно, не пойдет. Мы поведем ее. Послезавтра Москва встречает Корнилова. Дело чести каждого офицера быть там. Вечером я выезжаю. Я с тобой. Разумеется. Молодец.
Не время. Господа офицеры! Подам. Я не собирался протягивать тебе руку. Ты подпишил. Ты что же, спасаешь здесь свою шкуру? Или прибыл из Петрограда, а? Не от душки ли Керенского? Это что, допрос? Законное любопытство к судьбе некогда дезертировавшего сослуживца. Могу тебя успокоить. Я здесь не от Керенского. Допустим. Кто ж ты все-таки такой? Погон нет. Шинель солдатская, политический коммивояжер. Угадал? Товарищи казаки, наш шалон дальше не пойдет. Гружаться тут начнем. Правильно говорю. Здравия желаю, станичники, агенты большевиков и Керенского препятствуют продвижению наших частей по железной дороге. Получен приказ Верховного Главнокомандующего, Верховного Корнилова, в том случае, если не предоставится возможным продвигаться по железной дороге, идти на Петроград походным порядком. Сегодня же мы выступаем. Приготовьтесь к выгрузке. Товарищи казаки! Я прислан к вам питерскими рабочими и солдатами. Вас хотят вести на братоубийственную войну. Не понимаю. На разгром революции. Не понимаю. Если вы хотите идти против народа. Не понимаю. Если вы хотите восстановить монархию. Философия. Провокатор. Если вы хотите восстановить монархию, идите. Не понимаю. Питерские рабочие солдаты надеются, что вы не будете каянами. Не будут! И шлют вам пламенный братский привет! Ура! Минуту! Казаки! Корунжий и Бунчук в прошлом году дезертировал с фронта! Вы все это знаете! Неужели мы будем слушать предателя? И труса! Арестовать его под лицо! Поди, брать! Пущай говорить! Пущай выясняет свою линию! Говори, Бунчук! А ну, Митрич, долбани их до турецки! Мы ломанимся и просим передать питерским рабочим солдатам! Стой! Глядитесь-ка на них! А ну-ка, за мной! Пусти! Ну, Кунков, я арестован! Руки! Руки! Разоружить! Хотите представить часовых? Слушаюсь. Толмакова, мы с тобой поведем в ремком гарнизона. Есть. Ну! Что же вы? Руки вверх! Ловко. Мисс Саул Калмыков, извольте идти вперед.
За мной! Иди! Подлец! Вперед! Ты предатель! Изменник, ты еще поплатишься за это! Вы не партия, не партия, а банда гнусных подонков общества. Кто? Кто вами руководит? Немецкий главный штаб. Большевики, хамы, хамы продали родину. Я бы вас всех на одной перекладине. О, время придет. Ваш этот Ленин не за 30 немецких марок продал Россию, хапнул миллиончик и скрылся, каторжанин. Ты Давид! Не смей... Не смей бить! Давид! А? Убить? Давид. Хочешь? Давид, постой, погоди! Стреляй! Что ты? Стреляй, сукин сын! Смотри, как умеют умирать русские офицеры! Давид. А и перед смертью! Дмитрич, за что ты его? Что же ты, Дмитрич? А ты как думал? Он по нас стрелял, не вынимая папироски изо рта. Мы их или они нас? Середки нету. Большевикам подался. Совкаменская. Большевикам подался. Мы протягиваем братскую руку трудовому казачеству. Доброта царской войны. Рабочие казаки вместе лили кровь. И в войне с Калединым мы должны быть вместе. Рука с рукой мы пойдем в бой против тех, кто порабощал трудящихся в течение целых столетий! Верно! Кто на фронте вел смертные казни для солдата? Корнилов? Правильно. Кто с Калединым душит нас? Он? Так кому же вы, братцы, пристанете? Братцы, казаки! Задавим гидров этих! В море спрудим! Верно! Мою власть надо и сделать! А добровольцы и разные партизаны пущай уходят с Дону! И большевикам у нас делать нечего! Не будет большевиков! Мы с врагами рабочего народа сами сладим! Чужой помощи нам не надо! Кривошлык Беланцев, хутор Горбатов. А рядом? Сам Потелков и Евич. О, и Голубов. Братья казаки! Вы черти! Не на базаре! Дайте Потелкову сказать! Братья казаки! Покуда мы тут совещаемся, а враги трудового народу не дремают. Мы все хотим, чтоб и волки были сытые,
и овцы целые. А Каледин он так не думает. Нами перехвачен его приказ об аресте всех участников нашего съезда. Долой Каледина! Каледина! Предлагаю считать наш съезд властью на Дону. Предлагаю из делегатов нашего съезда избрать казачий военно-революционный комитет. Ура! Господин Харунжи, я протестую против нашего ареста. Молчать! Становись после! Повесить их! Марш! Какое вы допускаете безобразие? Благодари Бога, что живой останешься. Моя бы власть, я бы тебя хамлюгу. Пойдем, мы с вами. Убрать! Кровососы проклятые! Сидеть. Давать не будем. Здравствуйте. 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 Ну, какие же части вас уполномочили? Так. Ну, и чего, собственно говоря, вы добиваетесь? Наше требование — передайте власть военно-революционному комитету. Боже мой, как это все просто. Ультиматум. Вероятно, известно, что на 4 февраля созывается войсковой круг. Члены правительства будут переизбраны. Согласны ли вы на взаимный контроль? Нет. Ежели вас будет меньшинство, мы вам диктуем свою волю. Но ведь это же насилие. Да. Если войсковой круг нас не удовлетворить, мы его не признаем. Так. Ну, и кто же будет судьей? Народ. Народ! Слушать их. Нам с большевиками не по пути. Только изменники Дону и казачеству могут говорить о сдаче власти советом и звать казаков идти за большевиками.
Неужели вы думаете, Подтеков, что за вами, за недоучкой, безграмотным казаком, пойдет Дон? А ежели пойдет, то кучка оголтелых казаков, какие от дома отбились. Но они, брат, очнутся и тебя же повесят. Донское правительство рассмотрит предложение Ревкома и даст ответ в письменной форме к 10 часам утра на завтра. Этого отряда? Да-да. Может, попробуете по балочке в обход? А я буду держать огнем на этом участке, а? Ну что ж, можно и по балочке. Попробую. С такими навоюешь. Детей бы еще забрал. С периной, со всеми агартами. Как я себя ругаю, что не оставил тебя в Ростове. Бунчук, вас заговорил собственник. Сотня, за мной! Ну как? Ага! Что? Ранил тебя? А ну, давай. Попадала под сердце. Что под сердце? Аня, Аня, ты куда глядишь, Аня? Аня, вот он. Аня, вот. Илья, милый, вот видишь, как все просто. Сперва удар, потом толчок, а теперь печется. Жжет на грудь, воды лезет, скажи. Воды! Воды! Дайте кто-нибудь воды! За веру! За Русь! За мой соколики! Сотня! За мой родаку! Аня, не уходи! Не уходи, Аня! Аня, не уходи! Не уходи, Аня!
человека резали прямо. За сохранность пленных отвечаете по всей строгости военно-революционного времени, чтобы доставили штаб в целости, ясно? Отдай-ка это Подтелкову. Мелехов! Молодец! Позволь, да ты раненый как, черт возьми, а? Да в ногу. Кость цела? Вроде. Ну, на голову! На голову разнесли, а офицерский отряд так распушил, что и не собрать. Ты в штаб, Мелехов? Да. Вот что, передай-ка Подтелкову, что Чернецова я беру на поруки. Понял? Вот так и передай. Хорошо. Сейчас, сейчас. Трогай. Слушай, Подтелка, за разгонят пленных, ты читал записку Голубова? Плевать мне на Голубова. Мало ли чего ему захочется. На поруки ему Чернецова, этого разбойника-контрреволюционера, не дам. Революционным судом судить и без промедления наказать, чтобы другим неповадно было. Но Голубов сказал, берет на поруки. Ну, ты чего вылез, лежал бы. На поруки. А ты знаешь, сколько он крови на белый свет выпустил? Море! Сколько он шахтеров перевел? Не дам! Тут орать нечего. Вас тут много судей. Да вон туда пойди. А на пленных вас есть много распорядителей. Я был там. Не думаю, что на тачанке спасался. А ты, Мелехов, ты с кем хуторишь? Офицерские замашки убирай. Ревком судит, а не всякое там. Уложите его. Ну, Орелик, попался в хар. Изменник казачества, предатель, подлец. Ну-ну-ну-ну. Разбегайтесь, господа! Господи, прости ты меня, грешным. Это что ж такое дело? Ты думал как? Орелок контре под пулю подставил. Где? Да под Глубокой. А нужда заставил там огинаться. Давно вышел домой. Да ты, Дуняха, черт тебя знает, какая девка вышла. А я думал, дурненько будет никудышненько. Ну ж ты, братушка. Сын-то какой, погляди. Ух ты. Дай моего сына поглядеть. А дочь-то, видишь, возьми же. Ну что, не узнаете, бабайка-то, орехи лесные? Ну, Наташ, возьми их, а то я на порожки не влезу. Она есть.
Масляные блины с кабаком будем есть. Ну, признал, папаньку? Да. Погоди. Это тебе, мамань. Мила моя. Ой. Ой. Бабушка на полу валяется. Нет, ничего, ничего. Карга старая. Туда ж, перед зеркалом. Ванька, тебе. О, ну спаси Христос. А я фуражку присматривал. В лавке ночных год их не было, а старый туш на чучу упор надевать. Ты чё ж, дрючок старый, а? Господи, ну и глупаш, ты ведь самовар не зелькио. Вот он, казачок гвардии казачьего полка. Призы сломал. На императорском смотру первый захватил седло и всю амуницию. Вот он иди. Наташа. Доняшка. Петров. Настя. Дарья. Ну, а ент кому? О, да ты как полковник. Крестов, ты Крестов. Прикинь, Гриша. Ну, его. Прикинь, батяня будет довольный. Чего ж ты его задаром заслуживал, что ли? О, какой ты пышный. Народи-ка ты себе таких чкатух. По крайней мере, два сыночка, обои в люди вышли. Ну, будя. Гарбу соленый есть? Ну как же, Наташа. Пока народ не подошел, расскажи вот Петру, что там делается. Папа, чего вы водичку? Папа. А что вы водичку? Чего? Что делается? Дерутся? Большевики, иди за раз. С трех сторон. С Таганровым, с Тихорецкой, с Воронежу. А. Ну а ты какой же стороны держишься? Я-то? За советскую власть. Дурак. Петро, хоть ты втолкуй ему. Горячий он у нас, как необъезженный конь. Разве втолкуешь, бать? А мне нечего толковать, я и сам не слепой. Фронтовики, чего у вас гутарят? Да что нам это фронтовики? Поиграли мы большевиков на фронте, а теперь пора за ум браться. Мы ничего чужого не хочем, но и нашего не берите. Ты, Гришка, подумай, парень ты не глупый. Казак, как он был казак, так казаком и останется. Вонючая Русь у нас не должна править. А то знаешь что, иногородние за раз гутарют. Всю землю разделить на душе, это как? Иногородним, коренным, которые в Донской области живут издавна, дадим землю. А шиш им, вот им, выкусить, вот. Здорово, служивый! Здорово, здорово. Тёлка, ужал, горла. Ой, шо не хватало? Ну, Пантелей Прокофьевич, Магарыч, Магарыч, станови. Хлеб, соль. Седайте, станови. А чё ж Михайла Кошевого не видать? Да тут он, на хуторе. Здравствуйте.
Господи, Прокофьев. Худые дела, худые. Кончай рыбку удить. А то удим-удим, да про все забудем. Ну, какие новости? Выкладывай. Под Михулинска Красную гвардию разбили. Началась, брат Клочка, шерсть лететь. Откуда под Михулинска? Шли через станицу. Казаки дали им чистоты. Пленных вон, а как у кучу в Каргин пригнали. Там военно-полевой суд уже наворачивает. Ночью у нас мобилизация. Вот-вот в колокол ахнуть. Как же теперь? Надо подаваться из хутора. Куды? Куды? А я почем знаю. Прикрутить сам найдешь лазейку. Носом сыщешь. Беги к Ивану Алексееву. А я интересно домой снесу и за раз приду. Уходить сейчас же, нонче же сматывать удочки. Ты нам стал в трезон. Ну, чего мы пойдем? Как чё? Начнется мобилизация. Думаешь, зацепишься? Они пойдут, и все. Поведут. Но я им тоже не бычок на оборочке. Ну, взять возьмут. Валет правильно гутарит. Вот куда идти, вот загвоздка. Вот опять. Как? Да куды? Да чё, да к чему? Шутки шутьте. Время, видишь, какое? Тут все к черту пойдет. Это не все пяти, твое дело другое. Ни спереду, ни сзаду. Снялся-то пошел, а у меня вон бабы да двое детишков. Тебя только языком трепать, у тебя кроме пинжака ничего нету. Ты че рот разъявил? Офицерство свое кажешь? Не ори! Плевать мне на тебя! Да молчи, котеныш, сопля паршивая! Валяй, чтоб тобой не воняло! Товарищ Григорий! Сади! Казацкие замашки бросать надо. И не совестно? Совестно, милый. Стыдно. И шо в Красной гвардии был? Жандармерия! Таких мы на распыл пушили! При полете по Матерхаю! Это что? С ума сошел? А чего он не свое на себя берет? Дождались? Вон окличут? Не, я за раз на баркас и на энто дверях. Поверь, меня и видали. Ну так как же? За раз никуда не пойдем. Бываете. Расходится, видать, наш тропич. Эх, Мишка, Мишка, молодой ты, горячий. Ты думаешь, не сойдутся? Сойдутся еще, будь в надежи. Бываете. Станишники! С хутора татарского. Припоздали вы, трошки. Помали без вас, Подтелкова. А и где же они? Не пнали их оседов. Вон, а ведусь. И куда же их, стало быть, направляете? К покойникам. Как так? Что ты брешешь? Сбрешило лучше, ваше благородие. Вон, а глянь. Ему жарелью поставили.
Если б вышли с Ростова на 3 суток раньше, не пришлось бы тут смерть снимать. Вверх ногами поставили бы всю конту. Черт с ним. Пускай убивает. И смерть пока не страшна. Боюсь одного я, что в мире ином друг друга уж мы не узнаем. Брось, как не узнаем? Что ты, Михаил? Ну, утарили, хватит. Старики, дозвольте нам с Кривошлыковым поглядеть, как наши товарищи будут смерть примать. Нас повесите опосля. А зараз хотелось бы поглядеть нам на своих друзьев, товарищев, поддержать, которые духом слабые. Ну как? Нехай побудут. Дозволяй. Нехай побудут, отведите их от ямы. Выводи. От вашего хутора есть охотники? Какие охотники? Ну, пригород приводить в исполнение. Нету и не будет. Чего не будет? Я стрельну. Я согласен. Только дай патронов, у меня одна бойня. А, пойдем. Так и не вспомнил, как звать. Так и умрешь без имени. Имя есть. Член Российской коммунистической партии большевиков, питерский рабочий, сам из казаков. Хватит. По изменникам казачества. Тут, Мелехов. Тут, как видишь. Вижу. Расстреливаешь братов. Оборотился. Он ты какой. Блин! Ты. Под Голубохой бой помнишь? Помнишь, как офицеров стрелял? Теперь че отрагивается? Ни одному тебе казацкие шкуры дубить. Ты поганка казаков продал! А что сказать? Все закончил. Да! Стой! Да ну входу, господи! Что я? Что делать? Что я? Стой! Одуманенные вы! Слепые! Слепцы вы! Пусть погутарит на последних. Заманули вас, заставляют кровных братов убивать. Думаете, ежели нас побьете, этим кончится? Нет. Советская власть установится по всей России. Вот попомните мои слова. Зря кровь вы чужую льете. Глупые вы люди. Мы с сентиментом управимся.
Всех, дядь, не перестреляете. Всю Россию на виселицу не вздернешь. Твоя голова ближе. Хомянитесь вы опосля. Да поздно будет. Но ударим, хватит. Лучших сынов Тихого Дона поклали вы в эту вот яму. Вешать-то еще не научили. Иди-ка сюда. Обозники приехали. Сын папаши ваш, Пантелей Прокофьевич. Ну, будем брехать. Прав слово, иди встревай. Зачем вас принесло, земляки? А мы вот обывательских снаряды вам привезли. Только воюйте. Здравствуйте. Это от матери тебе. О, спасибо. А ты чего приехала? Мама не забоялась, случись чего, она один на чужой стороне. Здорово, соседка. Здорово, сосед. Поглядеться-то некуда. За правду говорят? Мыслишку держите, дальше границ не ходить? А зачем дальше идти? Выбьем мужиков с казачьей земли по домам. По домам. Вот придавят чеха, потом как жмякнуть на нас всю Красную Армию, которая под ним была, и потекет из нас мокрая жижа. Одно слово «Россия» шутишь, что ли? Не пожай. Аж возле пупка заныло от дурацкого разговора. Ну, а по мне хоть всю жизнь воевать. Люблю это дело. Выходи! Ну вот, не успели зайдите, а тут уже выходи. Опять, значит, оппозиции. А вы гутарите о границе. Ну, какие могут быть границы? По домам надо. О. Ну, пошли. Ну-ка, хорошая. Пойди погляди, чего там.
хочу погутарить с тобой. На той неделе я ездил к Петру. Ихний 28-й полк за калачом за раз. Они, сынок, там неплохо поджились. Петрон гожий, дюжи гожий хозяйство. Дал мне чувал одежи, коня, сахару, конь справный. Погоди. Ты сюда не за этим заявился? А что? Как что? Люди, видишь, берут. Люди берут. Слова мало. Хамы вы. За такие штуки на Германском фронте людей расстреливали. Не сипяти. Я у тебя не прошу. Я ничего не надо. Ты об себе подумай. Скажи на милость, богатей какой нашелся. Да и что не взять с этих, какие красным подарить. Грех с них не брать. Ты мне оставь это. А не то я живо провожу от цель. Давай коня. Степан Астахов явился. Слыхал? Как это? Аксинья к нему вернулась. Ты бы внукам гостинцы послал. Какие с фронта гостинцы? Но я на застал. Молчи, шалава! Куда им еще котел оставлять? И себя хозяйка, как и горишь, пора. Ой, дружки, родни мой, греха не боишься. На-на-на. За что сирот обижаешь, мой? Садись, ну-ка, садись. За что сирот обижаешь? Отдай кому-то. Отдай ради Господа Бога отдай. На-на-на, ты Бога оставь. Твой-то комиссар никак. Раз твое мое Богло, значит, замолчок. Не жалься. Прощай, бабочка. Не гневайся, вы еще себе наживете. На. Ну и тебе вспомянет. Еще отольются вам наши слезы. Нет. Правда за нами и сила за нами. Со стен которого на нас смотрят герои другой народной войны, войны 1812 года. Было время, когда Париж приветствовал своих освободителей, донских казаков. 104 года назад наш атаман граф Платов гостил в Лондоне. Теперь мы ожидаем союзные войска в Москве. Мы ожидаем вас, чтобы под звуки торжественных маршей нашего гимна вместе пойти в Кремль
чести испытать всю радость мира и свободы. За великую, единую и неделимую Россию! Ура! Господа! Господа! Гимн! Что, без погон приехал? Ну, иди, поручкайся с братом. Тоже вчера прибег. Матерью порадуйте. Жена вон, ребятишки стосковались. Да, вот какое дело. Григорий. Григорий Пантелеич. Что ты, как сурок, на печи лежишь? Слазь. Пропали мы, батя. Ой, чедушка моя, жалкий ты. Молочко окисло в положи. Как ж ты думаешь? Отступать, значит. А то как же. Офицеров-то они не милуют. Может, вы думаете оставаться, а я уж... Не уж, я поеду. А дом как же? Это что знаться? Вы уедете, а мы должны оставаться. Добро будем оберегать. Через него, может, ты жизнь лишишься. Да схорену ясным огнем не останусь я. Ежели хутор миром тронется, и мы не останемся. Пеши уйдем. Стой, сучки, сыки окаянные! Мужчинское дело, они равняются. Ну, давайте, давайте все бросим и пойдем, куда глаза глядят. А скотину куда мы денем? За пазуху покладем? А курень? Скотину может собнать. Не оставаться же за скотиной. Угоним! А старая корова починать, это как? Да тель ты ее угонишь? Между домом не слушайте, поганка! Овец их ниоткуда ты денешь?
Наживал им, наживал. И вот что припало услыхать. Ну вот, слава богу, погутарили. Нашли время скалиться. А человек тут был с большого громка. Сказывал, что красные к вёшкам подходят. Что ж такое? А вот, совсем никуда не пойдем. Ехать так всем, а не ехать так никому. Ну, коли так, остаемся. Укрой и оборони нас, Царица Небесная. Надел я. Синелин Иван Андреев. Пущал пропаганды против советской власти. Проходи. Жалься. Стоя не жалится. Побрехать зашел. Да, кстати, сказать, чтобы в обывательские не назначали. Кони у нас у ножной. А быки? Да на быках какаш езда, сколись. Замерз, ребятки. Григорий, здравствуй. Здорово. Ну, повидал я председателя. Вхожу к нему в кабинет, а он за руку со мной. Садитесь, товарищ. А это Кружной. Раньше как было. Генерал-майор, как перед ним стоять надо было? Вот она власть-то наша. Любушка, все ровные. Чему ж ты возрадовался, Иван Алексеев? Как чему? Человека во мне увидали. Как же мне не радоваться? За что ж тогда воевали? За генералов? Вот ты. За чего воевал? Я за себя воевал, а не за генералов. Мне ни тени енти не по совести. А чем же ты эту власть корить будешь? А что ты за нее распинаешься? Ну ты... Этой власти ты уже не касайся. Потому я председатель, и мне тут с тобой не гоже спорить. Власть твоя уж ты как хошь, а поганая власть. Чего она дает нам, казакам? Каким казакам? Казаки тоже разные. Всем, какие есть. Земли дает, волю равняет. Земли у нас хоть заглонись ею. Воли? Воли не надо. А то зачнут на улице друг дружку резать. А то надо, сами выбирали, а теперь сажаете? Ну? Твои слова контра. И ты на свою борозду не своротишь. Ты советской власти враг. Бывайте. Кашулин, Синелин пущал. Чего пущал? Пущал пропаганду против советской власти. Председателю мне нужно. Я председатель.
Осип Давыдович! Осип Давыдович! Осип Давыдович! Вдарь меня, сукиным сына! Не верь я глазам! Знал. Если, думаю, жив остался, он будет в татарском председателе. Миша. Здравствуйте. Ты что у вас тут, и сесть не на чем? Садись вот, в кресло. Мохушка. Да. Ну, откуда же ты взялся-то, говори. Откуда я взялся? Да. Да с политотделом армии. Вести с революции к вам пришел. Очень, братки, все просто. Да. Все очень просто. Все очень просто. В общем, все правильно. Только не все тут у вас, как мне помнится. Вот, скажем, Мелеховы где? Мелеховы? Угу. Мелеховы. Да, Мелеховы. Это я не с Григорием сейчас в дверях столкнулся? Да был он тут. Пожалели. Пожалели. А он, думаете, вас пожалеет? Ты о Подтелкове помнишь? Помню. Обстановку знаешь? Фронт в 150 верстах. Если сейчас не взять наиболее активных врагов, снова вспыхнет восстание. Казакам 300 лет дурманили голову, и основная масса казачества настроена против нас враждебно. Ведь вот какова обстановка. Ну и затем. Революцию в перчатках не делают, говорил Ленин. К ночи можно будет взять Мелехова. Почему к ночи? Меньше разговоров. Ну, знаешь ли, это ерунда это. Ты этих отправь. Ну, раз Мелехова достал. Доставишь? Нет, брат, ищи теперь ветра в поле. Здорово живете? Спели. Ну ладно. Бузуй! Только, товарищ Штокман, вы мне наперед скажите, могу я гутарить так, как хочу? Ты говори. А вы меня не зарестуете? Говори, говори. Мы так промеж себя судим, что хотят коммунисты нас изничтожить. Смотри, не попадись на книжку. А я как пьяный, у меня что на уме, то на языке. Хотят изничтожить? Чтобы на Дону казачьего духу не было. А, вот именно. Теперь не скажешь, что расстрелов больше не будет. А уж не скажу. Коммунисты! Чего опять коммунисты? Погоди. Коммунисты хотят одного. Чтобы перестала литься кровь. И казачья, и не казачья. Но пока лютуют наши враги, мы не говорим, что расстрелов, дескать, не будет. Теперь посмотрим, а ну-ка дай-ка мне, за что же были расстреляны наши хуторные враги советской власти? Коршунов. Ну, Коршунов вы все знаете. Знаю. Отоманились. Вот, вот. Кашулин Андрей Матвеевич участвовал в расстреле красных казаков Подтелкова. Было? Было.
Потовство, Федот Никифорович, то же самое. Мелехов Григорий Пантелеевич, поди Саул, настроенный враждебно против советской власти. Правда, Мелехова нам взять не удалось. Богатырев. Ну, ему вы все цену знаете. Майданников. Кошевой. Надевал погоны. Что тихо? Ветергуйте, покупал Заша Катамаха идет. То ли белые прорвались, то ли еще кто. Станите себе стрелы. Было. Так в чем же дело, товарищ? Иосиф Давыдович. Со станицей связь прервана. Чего там? Не то белые прорвались, не то еще что. Со станицей связь прервана. Дайте, дайте, поле! Кочевяшинскую. А вы? Ступай, живо! Сосед, ты что ж дома сидишь? Аль навоевался? Воевать не пойду. Берите коня. Что хотите со мной делайте. А я винтовку брать не хочу. Как это не хож? А так? Не хочу и все. Ха! А ежели красные заберут хутор, куда денешься? С нами пойдешь, аль останешься? Там видно будет. А коли так, бери его, Христан. Мы тебя зараз к стенке прислоним. А ну пошли, чего тут? Братцы! Мы тебя не братцы, иди, тебе говорят. Пусти! А? Я запишу сотню. Слабый я, тип. Давно бы так, иди бери винтовку. Приберегайте! Бить, когда дам команду. Вот что. Отведи свою сотню влево. Никак батарею устанавливаете?
На Матвеев кургане. Ну-ка. Да. Позиции мне не по душе. Надо бы минуть эти еры. А то обойдут нас с фланга, беды не оберешься. Чего ты? Как это нас обойдут? Не, яры не помеха. Гляди, парень. Ну, с Богом. Генерал Платов, прикажи донцам по чарке водки. Да молчи ты, водошник. Вот отсекут все красные другую руку. Ну чем до рта донесешь? И старый придется хлебать, а? А и выпил бы недорого отдал. Ушли. По коням! Железям! Братцы! Пьям! Железям! Стопка Астахов за хвост своего коня прыгал, ускакал. А мне вот пришлось. Пропали, братцы. Видеть Бог, пропали. Вот они. Эй, вы! Вылазьте! Сейчас на подъем. Петро Мелехов, вылазь! Говорит Михаил Кошевой. Предлагаю сдаться добром. Все равно не уйдете. Пулемет! Это Сянку! Навоевался? Ты командовал ими? Раздевайся! Жалею ты! Ладно, хватит! Кум! Кум Иван! Ты ж мое дитё крестил! Кум! Не казните меня! Thank you.
дедушка. Ой, дедушка. Ой, родимый, дай, дай. Подожди, Саша. Хай вам тут место! Всех! Всех на фронт! Там вас нету! Сокол! Какую еще власть? На-ка, пей, Луч. Ну, давайте советской власти в ноги поклонимся. Виноваты, мол. Я шутил. Пей, Христа. Чего шутить? Тут дело серьезное. Стой. Хуч Кудинова, хуч генералов, всех сместим, а тебя поставим. Я говорю, всех сместим, а его поставим. Верно, Виктор? Аврамы идут хорошо, а нет, так двинем полки. Алеш. Да нету более об этом разговору. Пора пой песню. Самогонка есть? А поздороваться не надо? Здорово, хозяюшка! Ну и сколько же вас из шопа ночевши-то? Остяки! Григорий Пантелеич, сокол ты наш! Сговорились, а? Выпьем, Пантелеич! Будь я вам его поить! Не видишь, он не хуже никуды. Не ходи. Да раз им толку не будет. Черт бессовестный. Залил зенки, ты несешь неподобное. Можете узвару налить? Да еще мне. Как у нашего соседа весело была беседа. Весело была беседа, были бы ты дорогие.
Живой, Пантелеич! Слушай сюда! Первую сотню поведу сам! Чашки вон! В атаку, братцы, за очумеется, сажай на коня и вези до дому. Поглядим, я переважить.